Привет, друзья! Меня зовут Ваня, я рисую и всякие поделки делаю теперь уже на канале Рыбакит. А сегодня хочу показать такую вещь, как самодельный ноутбук. Я думаю, может быть, такая поделка кому и понравится. И вот, в общем-то, обзор ноутбука будет такой сегодня. Ноутбук я сделал сегодня, так как отключили электричество. И ребята, мои сыновья, Рома с Павликом, скакали и бесились. Им было нечем заняться. И я взял картонку, обклеил ее. Обклеил сначала бумагой, а потом обклеил такой блестящей фольгой. Какой-то штукой. Скотч, по сути говоря. Но после этого я создал парочку ноутбуков без этого. И ребята их раскрасили. Сейчас посмотрим мой ноутбук, который, соответственно, Apple-овский. Я сам придумал дизайн. Вот он так выглядит. Если вы посмотрите на крышку, то она очень стильная, и мне она нравится. А оборот, или, так сказать, нижняя часть ноутбука просто потрясающая, потому что здесь я попытался показать, из чего состоит ноутбук, здесь видеокарта, всякие процессоры, все это соединено, и это все блестит, и очень здорово. Здесь можно 220 подключить, что-то нажать, JPEG скачать и что-то еще такое. В общем, это такая подделка миллиберда. Открываем ноутбук и посмотрим обзор ноутбука, как он работает. Во-первых, он работает от пластиковых батареек, от бумажных батареек. Вот так я открываю его. Отличный ноутбук. Я на него смотрю, радуюсь, потому что приятно. Мои ребята тоже немножко обалдели. И сначала они сказали: о, это сложно, мы такое не сможем делать. Но после этого я сделал парочку таких белых ноутбуков, просто белых, и сказал раскрашивать. И они смогли раскрасить. А сейчас посмотрим, что у меня есть. Во-первых, я придумал свою клавиатуру сам по себе. Каждая буковка необычная, но расположена примерно похоже. И вот после этого какие-то супер гаджеты, потому что у меня супер ноутбук. Гаджеты какие? Например, можно нажать и мороженое получить. Айскрим, да? После этого здесь можно какие-то кнопки, пауза, плей, музыку играть. Это мне уже Павлик подсказывает. Так, здесь отпечаток пальца. По отпечатку пальцев можно включить его и выключить. Отлично. Здесь управлять ноутбуком, писать что-то. Дальше мне есть супер кнопка, я ее называю стоп и старт. Сурикены кидать. Я не знаю, что это такое, но здесь кнопочки удобно. Я вынес все, что как я хотел бы. И вообще, на самом деле, я не думал, когда рисовал, а быстро это делал и с, не знаю, креативом. Здесь звонок домой, здесь отдельная кнопка лайк. Лайк и супер лайк. Ну, соответственно, раз убрал, и все нормально. Так что смотрите, это важные кнопки, которые давно пора бы вынести в отдельную кнопочку на клавиатуре. И на смартфонах, и на ноутбуках тоже. После этого ноутбук, как вы уже заметили, он весь блестящий. Классно вот так вот открывается крышка. Это рабочий стол Windows. Но здесь немножко мои игры, мои гейпсы, мой Power 200 терабайт. Музыка, зарядка, селфи есть. Это портрет, не мой, но моего сына Павлика. После этого можно по скайпу позвонить, по зуму, Балди, Бенди зашел в гости. После этого какие-то управления, время и так далее можно узнать. Также можно узнать время, погоду и будильник поставить. Дальше открываем. Открываем, а тут здорово. Во-первых, здесь можно покушать. Здесь плохо видно, но здесь я сделал конкретно бургер. Приятно, да, позвонить, ответить. Сейчас мне Павлик сказал: это значит, что сейчас тебе звонит бургер. Я говорю: да, я отвечаю, говорю: окей, я хочу бургер с сыром. Чизбургер, да? Чизбургер, да? Это первый экран. 303 килокалории и бургер написано. В следующем экране что у нас есть? В втором экране я делаю домашнюю работу. Я рисовал этот ноутбук для своих детей, так что они делают математику, русский 2-3 класса, English и всякие такие сборки, солянки. Водичка, сок, чупа-чупс, все есть, все на месте. А посередине можно играть, запускать любимые игры, которые мы играем всей семьей. Это, конечно же, Minecraft и Mojang мы любим и играем. Здесь так, я уже подраскрасил, утром я показывал так без раскраски, а тут еще все раскрашено, можно прям поиграть. Джойстик есть, все, что надо. Так, запустили, 1.12, как ты знаешь, да? Зельда, мы играем в Линка, и это нравится нам. Действительно, хорошая игра, на Wii U, конечно. Конечно же, и у нас тут и Вью нарисован, и Зельда, и Линк нарисован, Зельда Лен. В общем, здорово. Также я all такой guy, такой, мне нравится змейку гонять, я так что змейку гоняю тоже. И, конечно же, FNAF, это мой Рома сейчас, второй старший сын, он любит FNAF и все такое, я ему нарисовал FNAF, чтобы тоже было интересно. Вот такой ноутбук.
все гаджеты здесь, можно включить, выключить, все под рукой, все классно, закрыть. И ноутбук готов к игре. Очень супер просто его делать. Есть ножницы, плотная бумага, может быть, кусочки, два кусочка картона достаточно. И веселое настроение фломастера идеально подошли для этого. Так что предлагаю вам тоже такой же ноутбук и порадоваться. Ну, несколько дней игры и производства этого ноутбука вам обеспечен. Но советую для родителей сделать сразу два ноутбука. Себе ноутбук, как вы его делаете, как вы его раскрашиваете. И сыну или дочке ноутбук тоже. Может быть, маленький, может быть, чуть побольше. Это тоже будет интересно. И вы как бы показываете пример. После этого ребенок смотрит, говорит, здорово, а дай-ка я попробую. А дай-ка я новую идею придумаю. А как я придумаю? Какие программы я размещу? Видите, здесь еще свободное место. Много-много-много. Всего можно сделать еще, да. Я здесь закончено сделал, а мои ребята уже целый день раскрашивают, делают новые как бы гаджеты, там добавляют новые устройства внутри этого ноутбука, да, к примеру, да, новые там программы свои, YouTube рисуют, то же самое, да. И при этом у них есть чем заняться еще и завтра тоже. Так что я очень рад. И завтра я еще один нарисую, и они еще будут рисовать и с радостью его раскрашивать и придумать что-то новое. Фух. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, приходи в телеграм-канал Рыбакин Пап рисует и делай всякие креативчики и штуки. Еще одна креативка у меня есть старенькая, я ее всем показывал уже, да, это мой планшет, не планшет, а, наверное, не знаю, телефон, наверное, тоже такой же, по такому же пригороду, и мне он нравится. Все.